Здравствуйте! Сегодня в городском краеведческом музее вспоминали, как все начиналось. 80 лет назад, 18 июня 1936 года, на берег Белого моря высадились первостроители нашего города. Открывает череду праздничных событий выставка в городском краеведческом музее «Город тот дорог». В редчайших фотографиях и документах отображены все этапы строительства города Корабелов. Что нам стоит дом построить? С такой мыслью в 1947 году приехал в Молотовск выпускник Курского строительного техникума Алексей Перемышленников. Сейчас ветерану почти 90. С его помощью в Северодвинске появились десятки домов по проспекту Ленина, дворец культуры «Строитель». Но самая большая гордость ветерана – седьмая школа. Я тогда работал на ней, начинал мастером, а потом работал прорабом. Значит, стали мы скоро седьмую. А так, школ мы сделали много, построили в городе. И, конечно, гордились, тем более, что, понимаете, в школах, те, которые я строил, вот в седьмой школе учились и мои уже три дочери. Так что я, значит, строил и для себя, и для города. Высадки первостроителей Северодвинска. Это было 80 лет назад. Посвящена выставка «Город тот дорог». Символично, что на ней представлено 80 фотографий. Первые снимки датируются 1936 годом. На них сюжет из жизни города, люди, которые его строили. Безусловно, Северодвинск дорог каждому из нас, потому что кто-то здесь родился, так как я вот в этом самом здании, где мы сегодня с вами присутствуем, здесь родом когда-то был. Дорог он, наверное, для тех, кто приехал сюда с гордостью, мы говорим, это город трудовой доблести и славы. Вот она, палата для новорожденных, где сегодня проходит торжественное открытие выставки. А на этом фото 1936 года первостроители только должны причалить к берегам Белого моря. Выставку сотрудники Краеведческого музея и Совет ветеранов Северодвинска готовили почти год. Искали уникальные экспонаты, фотографии, документы первых строителей. У нас в музее были переданы альбомы стройки, которые относятся к началу 30-х, к концу 30-х годов, к началу строительства города. И вот как раз первая часть этой выставки посвящена этим фотографиям. Многие из них нигде не печатались и не публиковались, поэтому я думаю, что это одно из таких открытий, которые музей предоставляет своим посетителям и горожанам. Выставка «Город тот дорог» будет работать в Краеведческом музее до октября. В будущем организаторы планируют открывать ее в школах и учебных заведениях города, а еще сделать выставку виртуальной и разместить на сайте музея.